хотел. Ну что ж, молодец, Стэн. Кто следующий? Да, города Донецка. Сегодня у нас большой праздник в парке Щербакова. Сегодня последний день масленичной недели, и у нас широкое народное гуляние. Наш фестиваль традиционной культуры «Шуми масленица». На нашем фестивале представлены различные виды развлечений, отдыха, самые разнообразные. У нас есть и медовая ярмарка, и ярмарка изделий декоративно-прикладного искусства, изделий ручной работы. Мы подготовили такую импровизированную фотовыставку. И на этой выставке каждый желающий сможет фотографироваться и оставить незабываемые впечатления о нашем празднике. Самые главные, конечно, атрибуты этого праздника – блины. Они представлены у нас в полнейшем разнообразии. Блины и с начинками, и с любой желающий сможет попробовать блин. Также у нас проводится масса конкурсов. Работает сейчас у нас площадка хороводная, где проводятся мастер-классы хореографического искусства и вокальные. Конкурс частушек. Все получают победители призы. Также работает у нас поляна богатырская, где наши мужчины-богатыри смогут попробовать себя в умении перетягивания каната, перепилки бревен и бой на подушках. Чуть попозже у нас начнет работать основная сцена, где будут представлены коллективы наших учреждений культуры, которые представят на суд зрителей концертную программу. И в 5 часов, естественно, у нас будет торжественное сожжение чучела, которое символизирует приход весны, приход тепла. Вот. И еще я забыла, у нас есть масленичный стол, который сейчас мы повесим туда подарки и призы, и каждый желающий сможет попробовать свое умение, залезть на стол и выиграть себе подарок. То есть выставка кузнечного мастерства у нас еще есть. Мастер-классы мы проводим по изготовлению маленьких чучел для детей, которые размещаем на импровизированной выставке. В общем, я думаю, каждому желающему, кто сегодня пришел к нам в гости, найдется дело по душе, развлечение –